Вообще я по ошибке стал артиллеристом. Должен был в авиации подписать контракт, потом там они начали затягивать, и получилось, я попал в артиллерию и подписал сразу там контракт со срочки, и все, и стал артиллеристом. Допрацюємо, знищуємо живу силу, техніку противника. Мне установки идут, наводчик уже наводится, не ждет, пока я ему дам команду. Заряжающий слышит, какими снарядами будем работать, тоже подготавливают сразу снаряды. То есть, когда я уже говорю готов, все, и снаряды и наведены, все полностью. Через пару секунд мы готовы уже открыть огонь. А главное, чтобы наводчик точно наводился, и мы попадали в цель. Точнее будет наводиться, меньше будет витрата снарядів, меньше заряджаючий буде працювати. Ну, спочатку ми були під Сумами, за Тростянець, потім на Ізюмському напрямку і тепер тут. Так же само і тут, вони 2-3 дні більш-менш тихо вели, 2 дні намагаються прориватися, так же само РСЗО їх не працює постійно по утрам. А до цього мовчали більш-менш, і Стволка теж начинает бить почаще. Надо дом защищать, дома жінка, дитина. Перемога буде, коли ми повернемося на державні кордони 91-го року. Ми захищаємо, ми переможемо, перемога за нами.